Здорово, дягбу. Еревиному мут, аудиторому путчуп. Бигарбу, Ася Ивановна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем учить эвенский язык. Меня зовут Ася Ивановна. Еревиному темат гарбан мут бугат. Сегодня наша тема называется «Природа». Анган, анган, год. Туни, туни, зима. Нылка, нылка, это будет ранняя весна. Нылни, нылни, это поздняя весна. Дюни, дюни, это лето. Монталсы, монталсы, осень. Болани, болани, это поздняя осень. Туанихэйэн, туанихэйэн, это январь. Это рассказываю про эвенский календарь. Эвен календарин дюлин, тек укчэндим. Эуримир, эуримир, февраль. Эуриечен, эуриечен, март. Эурибилен, эурибилен, апрель. Эури унмы, май. Эуричор, эуричор, июнь. Юнихэйэн, юнихэйэн, июль. Ойчирихангы, ойчирихангы, август. Нянтадух, ойчири унмы, ойчири унмы, сентябрь. Ойчири билэн, ойчири билэн, октябрь. Ойчири ечэн, ноябрь. Ойчири мир, декабрь. Мут бэгал бухуп куттып, мут тик бэгал бухуп куттып. Мы выучили времена года. Мут тик бэгал дук. Сейчас мы будем составлять предложение. Ангандула мяндиган бягбисни. Ангандула мяндиган бягбисни. По венскому календарю в году 14 месяцев. То есть 6 времен года. Нылка нылни. Это весна. Монталса балани. Монталса балани. Это осень. Рак титал усел, рак бялди тылгамроритан. Это древний эвенский календарь. Равинуму мут эудиторам куттып. Теман бисин мут бугат. Тек бахалдарих лавари стала. Сегодня мы выучили слова на эвенском языке. До свидания, до следующей встречи.